На Малой Конюшне открылись книжные аллеи. Организаторы обещают, в этом году литературная ярмарка дойдет и до окраин города. Самые популярные здесь – издания русской и зарубежной классики, современные авторы, книги по искусству, литература для детей. В прошлом году проект посетило около 300 тысяч петербуржцев. Продано более 45 тысяч томов. Но в этот раз все будет масштабнее. Киосков в полтора раза больше. Сердце радуется. Я купил для своего друга, пушкиниста, книгу о Пушкине. Я думаю, он будет рад. Открыли аллеи председатель Петербургского отделения Союза писателей Борис Орлов, писатель Илья Штемлер и председатель комитета по печати Сергей Серезлеев. Он отметил, что аллеи – это не просто площадка, где можно купить издание с минимальной наценкой. Вы знаете, мы случайно совсем сюда попали, вот, но очень довольны. Дети посмотрели концерт, и вот мы пришли выбрать книжку, конечно же. Мы очень любим читать. В этом году летние книжные аллеи развернутся и в спальных районах города, чтобы охватить как можно больше горожан. Это будет такой же длинный книжный марафон, как и в центре города, только начнется он в начале июня. Адреса площадок будут известны в конце мая. Запланированы презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы и открытые лекции. Мы будем совмещать эти мероприятия с мероприятиями районов, ярмарки, выставки, какие-то там праздничные мероприятия, где есть их точки притяжения, ну, везде же есть там какие-то центральные площади. И таким образом мы постоянно будем присутствовать в течение периода, допустим, 3-4 месяца. Проект этот организовали правительство Петербурга и писательские союзы. Позиционируют они его как социальные. Наценки на книги обещают максимум 30-40%.